Нет, Галинка. Короче говоря, Майерс, дело темное. Тебе надо выбираться с этого острова на Балену. Отправляйся к этому Хосе или как там его. Пусть даст тебе наводку. Последнее время. К этому Хосе без нормального оружия и изрядного количества патронов. Майерс, будь осторожен. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Вроде всех положил. Твою дивизию. А то в этом жаль. Держи. Гринго, проверка связи. Майерс, а это еще кто на нашей частоте? Гринго, а что это за хмырь? Кого хмырем назвал, лишенец? Гринго, я тебя, конечно, очень уважаю, но ты бы объяснил этому жирному Борову, которого ты держишь за друга, как надо разговаривать с приличными людьми, а? Майерс, я понимаю, что ты спас этого типа, и тебя связывают с ним романтические воспоминания, но рядом с ним и жить-то тошно. Хотя, может, и от него и будет какая-то польза, как от знатока местных нравов. Ладно, Гринго, я согласен. Только не пусти оружие, солдат. Только будь следить за своим языком. А то я ему такой постановщик помех врублю, что у него башка вместе с наушниками.